Такие классные товары вы увидите в этом видео, а те, кто досмотрит видео до конца, смогут поучаствовать в конкурсе. Поехали! Всем привет! С вами канал Аль Пачино. В этом видео вы увидите 20 обалденных и полезных гаджетов с AliExpress по $1. Все ссылочки вы найдете в описании под видео. И у меня к вам большая просьба. Посмотрите, пожалуйста, это видео от начала и до конца, так как в конце вы увидите призы, которые я разыграю в сегодняшнем конкурсе на 3 победителя. И будьте внимательны, так как условия конкурса я спрятал где-то в видео. Приятного просмотра! Жаркие летние дни – лучшее время для веселых игр с водяными бомбочками. Для тех, кто любит водяные игры, я нашел крутые водяные шарики. С ними можно забыть о долгой подготовке к играм, утомительном завязывании узелков на шарах и литрами вылитой зря воды. Теперь изготовление снарядов займет всего несколько секунд. Набираем воды шарики, собираем их в большой пакет, выносим на улицу и кидаемся об асфальт или друг в друга. Складная силиконовая лейка относится к разряду необходимых на каждой кухне атрибутов. С помощью этого аксессуара можно в считанные секунды перелить любой напиток в бутылку, в банку, канистру, при этом не разлив ни капли. Безусловным достоинством изделия выступает компактность размеров, благодаря чему оно отымет минимум свободного места в кухонном шкафчике или ящике. Также представленную модель очень удобно подвешивать на крючок, поскольку одна снабжена специальной петлей. Изготовлена лейка из качественного силикона яркой расцветки. Ручка, которая пишет невидимыми чернилами. Использовать этот стильный аксессуар можно в самых разных ситуациях. Например, если вы учитесь в институте, то по достоинству оцените ручку, пишущую невидимыми чернилами. Шпаргалка на экзамене видна будет только вам. А даже самый строгий преподаватель ничего не увидит. Он ведь не будет с собой повсюду носить специальный фонарик. Также можно пометить свои ценные вещи для доказательства прав собственности в случае кражи. Ультрафиолетовый фонарик работает от 3 маленьких батареек. Складной карманный нож. Лезвие ножа, хоть и небольшое, но правильной формы, а на его обратной стороне есть открывашка. Он не займет в вашем кармане много места, зато в нужный момент сможет вас выручить, если нужно что-то будет порезать или подковырнуть. Нож можно использовать как брелок, так будет удобно и всегда нож будет находиться у вас под рукой. Временное тату – модный тренд среди молодежи и знаменитостей, а также людей среднего возраста. Это прекрасная альтернатива традиционным татуировкам, ведь временные татуировки выглядят очень реалистично, но при этом не требуют постоянного изменения кожи. Это отличный способ создать яркий, неординарный образ, украсив свое тело рисунком. Сделать это можно быстро и безболезненно. Достаточно приложить эскиз и смочить его водой. Ноль дискомфорта. Кольцо настроения меняет цвет в зависимости от температуры тела, содержит в себе жидкие кристаллы. Именно они меняют оттенок украшения, реагируя на температуру вашего тела. Кольцу свойственно реагировать на наши чувства через внутренние процессы, поэтому палитра аксессуара напрямую говорит о вашем самочувствии в целом, включая настроение. Значения цветов во всех источниках примерно одинаковые. Верьте тем, которые вам больше всего нравятся. И не забывайте, что иногда оттенок может быть градиентным, показывая целую радугу вашего настроения. Линейка-калькулятор. Это интересный вариант совмещения двух вещей в одном предмете. Калькулятор не займет много места. Очень удобная вещь для учеников и студентов. Линейка содержит шкалу измерения в сантиметрах до 10 сантиметров и дециметрах до 4 дециметров. Такой калькулятор станет отличным подарком и незаменимым аксессуаром. Он, несомненно, удивит и порадует получателя. Сетчатый мешок для кухонной раковины идеально подходит для использования со сливными отверстиями, диаметр которых не ограничен. Используется для слива воды и фильтрации мусора и предотвращает засорение труб. Очень удобная и действительно полезная штуковина. И заказав, вы получите в упаковке сразу 30 мешочков. Миниатюрный MP3 плеер. На корпусе плеера предусмотрена клипса, с помощью которой его можно закрепить на одежде, лямке рюкзака или элементах спортивной экипировки. В качестве источника файла выступает microSD-карта, а для подключения зарядки и синхронизации с компьютером предусмотрен вход microUSB. Также плеер можно использовать как картридер, позволяя сохранить на носитель не только музыку, но и важные документы. Водонепроницаемые наклейки на унитаз в виде прикольных рыбок. С помощью таких красивых наклеек вы сможете не только украсить привычный предмет быта, но и замаскировать небольшие царапины или сколы. Красивый дизайн подарит позитивное настроение не только вашим детям, а абсолютно всем.
Наклейки просты в применении. Достаточно очистить и обезжирить поверхность, отделить наклейку от подложки и приложить наклейку к поверхности, разглаживая от центра к краям. Недорогие наручные часы. Смотрятся красиво и спортивно и показывают время. Они не противоударны и боятся воды. Хотя что можно хотеть за такую цену? И на том спасибо. Идеально подойдут вам, если вы в работе боитесь поцарапать или поломать свои основные часы. Или для детей. Выполнены часы из пластика и имеют довольно приятный вид. Мерная ложка с зажимом. Поможет отмерить ровно столько сухого кофе, сколько нужно для приготовления одной чашки вкуснейшего напитка. И станет лучшей помощницей при дозировке чая. А зажим на ложке поможет закрыть открытый пакет, тем самым сохраняя чай или кофе от выветривания аромата. Изготовлена из нержавеющей стали. Подходит для мытья в посудомоечной машине. Интерьерные наклейки на стены. Настоящее открытие для декора интерьера. Яркие и удобные виниловые наклейки придутся по вкусу тем, кто любит фантазировать и творить. Это легкий способ освежить комнату и передать ей индивидуальность. Наклейки доступны по цене и позволяют менять интерьер вашей квартиры так часто, как вам этого захочется. Они не портят стены и одинаково подходят для обоев, мебели, крашеных стен и кафеля. Вечное мыло – это небольшой кусочек нержавеющей стали в форме привычного нам обычного мыла, который способен удалить с рук неприятные въедливые запахи чеснока, лука, рыбы, мяса, бензина, табака и тому подобных, которые часто остаются на коже рук после приготовления еды или вкусной трапезы. Для того, чтобы стальное мыло было эффективным, необходимо подержать его с полминутки под струей прохладной воды, а затем потереть ими руки, так как мы это привыкли делать с помощью обычного мыла. Цельнометаллический нож с круглой металлической ручкой, с остроконечным лезвием в форме пера и защитным колпачком, предохраняющим от случайного ранения. Очень острый нож применяется для быстрого и точного разрезания бумаги, картона, фенокартона, пластика и плотной ткани. Остроконечное лезвие в форме пера позволяет точно и аккуратно вырезать сложные фигуры, углы, кривые, завитки и тому подобное. Это позволяет изготавливать детали для макетов, которые не вырезать обычным ножом. Всем уже известная расслабляющая игрушка спиннер. Для тех, кто еще не успел купить, я нашел вот такой экземпляр весьма за копеечную цену, с прикольным видом и проверенными продавцами. Сделан спиннер из алюминия, а это говорит о том, что он будет приятнее держаться в руках, чем простой пластиковый, и займет ваши руки и мысли в каких-то стрессовых ситуациях. А вот и спрятанные условия конкурса. Напишите в комментариях, какую музыку вы любите слушать, стиль музыки или группу. Смотрим дальше. Удобный компактный светодиодный фонарь. Пригодится в любой поездке, в походе, на рыбалке, на даче и в машине. Фонарь удобно крепится к козырьку кепки, что позволяет освободить обе руки для работы или поиска. Теперь ваши действия в темноте не ограничены необходимостью держать одной рукой источник света или искать место для его крепления. Можно прикрепить не только на кепку, но и на сумку, когда заняты руки. Прикольная игрушка «Пушистик Байла» – это веселый пушистый червячок. Его можно натренировать выполнять различные трюки. Он умеет ползать по пальцам и ладоням, прятаться в кулаке, кривляться в прозрачном стакане. Эта игрушка-фокус работает без статики, батареек и магнитов. Секретные инструкции о том, как играть с ним, скрыты в упаковке. Игрушка развивает моторику, внимание и фантазию. Дети могут изучать и придумывать новые фокусы. Пушистик гипоаллергенный, он очень мягкий на ощупь, и его можно стирать в машинке. Светоотражающие шнурки помогут дополнить силуэт ваших кроссовок и внести долю индивидуальности. Шнурки с плоским сечением и вставками из светоотражающего материала. Дополнительная эластичность и удобные пластиковые наконечники обеспечивают удобство при одевании шнурков. С их помощью вы можете быть уверены в уникальности своей обуви и привлечении внимания к себе. А еще ими можно не только украсить обувь, но и элементы одежды. Кухонный совочек «Шумовка» с особой формой рабочей части позволяет с легкостью доставать из кастрюли готовые продукты и обеспечивать эффективный слив жидкости. Изготовлен совочек из сплава алюминия, который не боится работы с большими температурами, а форма ковша не даст приготовленным продуктам обратно вернуться в кастрюлю, что заметно облегчит процесс приготовления. Как по мне, очень полезная штука на кухне. А вот и конкурс. Три победителя получат любую вещь, какую захотят из этого видео. Условия конкурса простые. Нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и исполнить третье спрятанное видео условие. Если вам нравятся мои видео, то пожалуйста нажимайте на этот колокольчик, так вы будете получать новые выпуски, самые первые. Спасибо, что смотрите мои видео. Всем пока!